Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня продолжаем вас знакомить с прекрасной книгой «Колбасы и мясокопчености» 1938 года. Если у кого-то еще нет этой книги или вы не смотрели предыдущие ролики, можете написать в комментариях, я вам пришлю ссылку на рецепт. Вот что здесь написано, я читаю от редакции. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопчености, утвержденные Народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий Наркомпищепрома. Альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий. Вот. И есть у меня очень уважаемый коллега Евгений Толмачев, кстати, у него очень интересный канал о колбасах, можете зайти посмотреть. Он сделал нам с Ларисой замечание, что вот мы снимаем и ссылаемся на книгу Конникова, а рецепты немножко модернизируем. Я согласен с его замечанием, но вот первое, что скажу в рецепте колбасы. Готовить мы сегодня будем куриную вареную колбасу высшего сорта. По рецепту и по ГОСТу 1938 года. И вот в рецепте колбасы, допустим, здесь написано: на килограмм мяса 25 грамм соли и 5 грамм селитры. Ну, во-первых, селитру мы не используем, мы используем нитритную соль. Потом мое мнение, что 25 грамм соли это будет много, поэтому в рецепте мы напишем 20 грамм соли. Ну вот, собственно говоря, все остальное, сахар, перец, мускатный орех, мы добавляем так, как и написано в рецепте. В предыдущем рецепте колбаса киевская высшего сорта, свиная, тоже мы отошли от технологии и коптили колбасу 4 часа. При том, что в книге написано, что ее надо коптить двое суток. Ну, конечно, я согласен с Евгением, мы отошли от классической технологии и, наверное, получили не тот вкус, который получался в 1938 году. Но для меня нереально двое суток коптить колбасу, танцевать возле коптильни. Так что, друзья, этот рецепт, колбасу вареную, куриную, высшего сорта, мы готовим совершенно четко по рецепту. Все будем делать так, как написано в книге Конникова 1938 года. Единственное, что мы изменим, мы заменили 25 грамм поваренной соли и 5 грамм селитры на смесь из 10 грамм поваренной соли и 10 грамм нитритной соли. Содержанием нитрита натрия 0,4%. Итого у нас всего 20 грамм соли. Значит, по ингредиентам. У нас тут больше ингредиентов. Я буду рассказывать на килограмм. На килограмм колбасы мы берем 850 грамм куриного мяса. Опять же таки, в книжке Конникова написано освежеванные и жилованные куриные тушки. Мы взяли куриную грудинку. Ну вот честно, свежевать и жиловать куриные тушки никакого у меня желания нету. 130 грамм шпика и 20 грамм муки. И специи на килограмм готовой продукции, на килограмм колбасы мы берем 10 грамм поваренной соли и 10 грамм нитритной соли, 1 грамм сахара, 0,6 грамм мускатного ореха и 0,65 грамма душистого перца, друзья. Это все специи, муку мы отставляем, нам сейчас понадобится соль и сахар, шпик тоже нам сейчас не понадобится. Первое, что нам надо сделать, это засолить наше мясо, и сделаю я это следующим образом. Нарежу наши грудинки на кусочки, опять же таки, в технологических картах, в рецептах засолка мяса происходит в течение написано, вот, ну, допустим, курица написано 36 часов, а засолка свинины вообще 48 часов и больше. Почему я так не солю? Потому что в промышленных условиях солят огромные куски мяса. Если это свинина, то там куски, я думаю, по килограмму солят. Ну, никак не меньше. А мы нарезаем на маленькие кусочки, и просолится наше мяско значительно быстрее. Мешаю сахар с нитритной солью и начну понемножку пересыпать. Нарезать и пересыпать. порежем всю грудинку, ну, собственно говоря, уже порезали. Теперь тщательно ее посолим и перемешаем, дорогие друзья. Кстати, если кому-то интересен будет канал о колбасах Евгения Толмачева, пишите в комментариях, я вам пришлю ссылочку, или можете так просто в YouTube набрать Евгений Толмачев и найдете этого прекрасного мастера колбасных дел. Ну, по крайней мере, я так считаю, это мое имхо. Хорошенько перемешали мяско, дорогие друзья. Вытираем руки. Отдираем кончик стрейча. Заворачиваем. Видите, ничего сложного. И простите меня, пожалуйста, за шутки неуместные. И отправляем это мясо в прохладное место, либо на верхнюю полку холодильника на сутки на засолку. А через сутки приступим к дальнейшему приготовлению колбасы. Так, друзья, наше мяско засолилось и приступим к его обработке. Обработка происходит в 3 этапа. Первый этап – это перекручивание на мясорубке. Второй этап – приготовление эмульсии. Надо использовать вот такой вот кутер от кухонного комбайна. Я показываю, потому что мы будем использовать промышленный кутер. И третий этап – перемешивание. Перемешивание обязательно. Мы будем использовать вот такой вот планетарный миксер. Если у вас нет такого, достаточно обычного ручного миксера, но процесс перемешивания – он крайне необходим. Очень многие не акцентируют на этом внимание, но на самом деле, как и температурные режимы, это одна из основ приготовления вкусной и правильной консистенции колбасы. Ну и вареной колбасы, ну не только вареной, любых колбас. То есть перемешивание очень-очень важно, чтобы этот процесс проходил, особенно когда мы колбасы делаем не из эмульсии, а из фарша. Набивать колбасу мы будем в коллагеновую оболочку диаметром 65 миллиметров. Будем использовать шприц для набивки колбас. Оболочку, ну, мы покупаем ее в магазине Ем Колбаски, опять же такие, которые я не рекламирую, а просто рассказываю о нем, потому что очень удобно покупать все в одном магазине. Саму оболочку перед набивкой за 10 минут нужно замочить в теплой воде. Можно также использовать полиэмиелинную оболочку. И сейчас появились новые оболочки. Мы, кстати, на днях будем тестировать. Как она называется? Не силиконовая. Оболочка, название которой я забыл, называется целлюлезная оболочка. Причем она подходит как для вареных колбас, так и для, то есть годится для копчения. Во всяком случае, так пишут на бирке магазина Ем Колбаски. Мы этот вопрос будем еще тестировать и проверять. А сейчас, друзья, нам надо в первую очередь, первый этап, измельчить мясо на мясорубке. Используем самую мелкую решеточку из тех, которые у нас имеются. Желательно, чтобы ножи были хорошо заточены, чтобы не давили мясо, не рвали его, не выдавливали из него сок, а именно резали. Ну, собственно говоря, это такая прописная истина, наверное, даже не стоит об этом говорить. Перекрутили все мяско и поместим его в морозильник где-то минут на 15, на 20, пока будем готовить шпик. Шпик до этого предварительно мы тоже поместили в морозильник где-то минут на 30, на 40. Шпик будем нарезать очень-очень мелкими кусочками. Технология говорит, что должны быть 4-5 миллиметров. Вот такими вообще меленькими. Он подмороженный, поэтому так режется достаточно с трудом. Теперь в длину. И вот так вот. Сейчас мы попросим Ларису, у нее эта процедура лучше получается, и покажем вам размер кусочков, который должен получиться. Но вот они малюсенькие-малюсенькие, будем его разлеплять сейчас. Порезали шпик очень мелко, подморозили его в течение получаса, и теперь надо его ошпарить. Но не сварить, а именно ошпарить кипяточком. Это делаем для того, чтобы верхний слой шпика немножко подплавился, чтобы он, ну, во-первых, весь разделился, и, во-вторых, чтобы он равномерно вмешался в фарш. Вот таким вот образом кипятком ошпариваем наш порезанный шпик. Отставляем его в сторону. Ну вот, видите, он полностью разделился, то есть все кусочки стали совершенно отдельные. Теперь, ну, его значительно проще будет вмешать в фарш, чтобы он равномерно распределился по всему объему фарша. Для того, чтобы фарш быстрее охладился в морозилке, мы используем вот такие вот пакеты. Складываем его в пакеты, помещаем в морозилку и охлаждаем. Сейчас мы будем измельчать фарш, друзья. И важно, чтобы в процессе измельчения температура нашего фарша не поднялась выше 10 градусов. Иначе колбаса у нас получится с оттеком. Поэтому, если у вас бытовой кутер, то, ну, маленький. Чем меньше кутер, тем быстрее он нагревает фарш. Если у вас бытовой маленький кутер, измельчайте фарш порционно и следите за его температурой. Если он начнет нагреваться, то лучше остановить процесс и отправить его на некоторое время опять в холодильник, чтобы он охладился. Наш промышленный кутер не так быстро нагревает фарш, ну, как бы вот в этом его преимущество. Также мы подготовили 200 мл ледяной воды. Она ледяная, ну, она в прямом смысле ледяная, в ней плавают кусочки льда. Поместим весь фарш в кутер. Теперь, дорогие друзья, берем нашу муку, высыпаем ее в ледяную воду и хорошенько размешиваем. Так, чтобы не осталось комочков. Отправляем заранее подготовленные специи в нужном количестве. Количество вы можете посмотреть в описании видео на килограмм мяса. Ну, вернее, на килограмм курицы. Так как мы готовим из большего количества, то, соответственно, у нас специй больше. И также заливаем в кутер муку, растворенную в водичке в ледяной. Начинаем процесс измельчения. Измельчать будем где-то в течение 4-5 минут, но опять же таки надо следить за температурой фарша. Мы свой кутер уже знаем, как он работает, и знаем, что он фарш не нагреет. В конце измельчения покажем вам эмульсию, какого результата мы должны достигнуть. Закончили измельчение, и сейчас покажем, какой консистенции у нас получилась эмульсия. Вот посмотрите, пожалуйста, это совершенно однородная масса, она выглядит как тесто. Сейчас я поднесу ее поближе и сделаем крупный план. Не хочет у меня камера фокусироваться. Ну вот как-то так. И, друзья, если у вас нет кутера, то эту операцию можно заменить. Можно на этом этапе несколько раз, раза 3-4, пропустить фарш через самую мелкую решетку мясорубки. То есть, ну, вообще самую мелкую, и вот раз за разом пропускаем фарш, следим за температурой и несколько раз так делаем. Главное, чтобы фарш не нагрелся. Теперь переложим фарш в емкость для смешивания. То есть у нас это будет емкость нашего планетарного миксера. Если вы будете перемешивать фарш ручным миксером, тогда в любую посудину, в которой вам будет удобно его смешать. Поместили эмульсию в чашу для миксера. Сюда же отправляем нарезанный шпик. равномерно его распределим по поверхности, а дальше все за нас сделает планетарный миксер. Вымешиваем в течение 3-4 минут, друзья. Вымесить надо тщательно, чтобы совершенно равномерно шпик распределился по всему фаршу. После этого, как видите на заднем плане, мы подготовили шприц для набивки колбас и будем набивать нашу колбаску. Вот таким вот образом, друзья, выглядит эмульсия с смешанным жиром. Видите, она очень густая, как тесто. И жир полностью вмешался, то есть он практически стал однородный с этой эмульсией. И, соответственно, он будет однородный с нашей колбаской. Итак, перемещаем нашу эмульсию в шприц и будем набивать колбасу. Поместили мы эмульсию в шприц. Оболочку подготовили, как я уже говорил, предварительно на 10 минут, замочив в теплой воде. И начинаем набивку, друзья. Надеваем оболочку на цевку. Даем себе полбу ручкой. Это обязательно, без этого колбаса может не получиться. И набиваем. Стараемся набить как можно потуже. Лучше это делать вдвоем. Красивая колбаска получается. Ну что? Еще. Все. Сразу же завязываем или? Нет, потом отвязываем. Потом завяжем вроде, да? Хорошо. Откладываем эту в сторону. И точно таким же образом набиваем следующую. Должна получиться очень нежная, очень вкусная куриная колбаска. Ну, посмотрим. Сформировали два батончика, друзья. И теперь вот таким вот образом их надо перевязать. Тут тоже желательно действовать вдвоем. Один человек, чтобы батончики скручивал, а второй перевязывал. То есть, вот Лариса его взяла за хвостики и как бы прокрутила в одну сторону, тем самым уменьшив его объем, увеличив набивку. И в это время завязываем. Завязываем хорошенько, чтобы вот эта вот скрутка у нас не раскрутилась назад. Точно так же действуем и со второй колбаской. После этого, друзья, отправляем наши батоны на усадку. Ну, сейчас расскажу, сформируем второй. Вот получились такие два прекрасных батончика, друзья. Теперь смотрим, если где-то у нас есть пузырьки воздуха, то прокалываем их иголочкой. И отправляем наши батончики на усадку в холодильник на 24 часа. А завтра приступим к их приготовлению. Итак, дорогие друзья, наша колбаска отвиселась в течение суток. То есть такая очень хорошая плотная консистенция. Если вдруг появились какие-то, если вдруг она когда висит, она как бы уплотняется вниз. И если здесь сверху у вас получится, плохо набито, ее можно еще раз перевязать, чтобы была, то есть вот так вот подкрутить и перевязать, чтобы все было плотненько. После того, как она провела у нас сутки в холоде, мы ее при комнатной температуре, то есть достали из холода и при комнатной температуре продержали 2 часа, провели так называемый процесс отепления. Теперь, друзья, переходим непосредственно к приготовлению. Приготовление состоит из двух этапов. Первый этап – обжарка. Помещаем нашу колбаску на 30 минут, но обратите внимание, у нас диаметр оболочки 65. Если вы делали в 80-й оболочке, то это время надо увеличить. То есть на 30 минут мы помещаем нашу колбаску на обжарку. Обжарка происходит в печи при включенном режиме конвекция, и температура обжарки 90 градусов. Через полчаса перейдем ко второму этапу, этапу варки. К этому этапу надо приготовить любую емкость, которую можно поставить на дно духовки и налить в нее воды, например, противень. В нашем случае мы будем использовать старую сковородку. И вторая вещь, которую надо приготовить, это кулинарный термометр со щупом, который можно будет поместить, мы используем выносной термометр с дистанционным щупом, который можно будет проткнуть оболочку колбасы, чтобы контролировать температуру внутри батона. Если у вас нету термометра такого, то подойдет, на крайний случай, подойдет обычный щуп для барбекю или щуп для стейков, который можно будет вместе с колбасой поместить вовнутрь духовки. Не переживайте, он не расплавится, так как температура приготовления у нас будет всего 80 градусов. Итак, друзья, увидимся через полчаса. Итак, друзья, переходим к следующему этапу. Это этап варки колбасы. А для этого, как я уже говорил, она обжарилась, причем обжарилась очень хорошо. Сейчас поставим сюда, опа, поддончик с водой. И вот видите, у колбаски она немножко подрумянилась. Подрумянилась, значит, процесс обжарки прошел отлично. Теперь, друзья, мы выключаем конвекцию. Ставим температуру 80 и в колбасу, в батон колбасы помещаем кулинарный щуп для того, чтобы контролировать температуру внутри. Вот таким вот образом. Колбаску туда. Этот щуп подключен вот к такому вот термометру. И он нам показывает фактическую, вот сейчас внутри колбасы 44 градуса. При температуре 80 градусов в духовке с выключенной конвекцией готовим колбасу до достижения температуры внутри 69 градусов. В принципе, вот даже, я думаю, батончики небольшие, может не 80 взять, а 75. Ну, хорошо, Лариса говорит, что 80, хотя я считаю, что для поменьше батончиков надо все-таки 75. Ладно. Будем готовить при 80. Этот процесс называется варка. То есть мы поставили емкость с водой, и через некоторое время вся духовка, стекло и сама колбаса, естественно, покроется испариной. То есть вот будет такой конкретный конденсат. Значит, процесс варки у нас происходит хорошо. Значит, все правильно. Итак, друзья, варим колбасу до достижения внутри температуры 69 градусов. Температура в колбаске достигла 69 градусов, друзья. Мы приготовили емкость с ледяной водой. И где-то на полчаса, на 20 минут погружаем нашу колбаску в емкость с ледяной водой. Значит, готовилась она у нас 2 часа. Но, дорогие, сейчас дольем водички, потому что не хватает, надо, чтобы она была полностью погружена. Но на 2 часа не ориентируйтесь, надо ориентироваться все-таки на показания термометра, потому что разного размера батоны колбасы и по-разному греет духовка. Так или иначе, даже с температурным режимом я бы все-таки рекомендовал ориентироваться на показания. Сегодня наша колбаска остынет, отдохнет, а завтра ее продегустируем, покажу разрез. На следующий день, друзья, попробуем нашу вареночку. Ну и я вижу одну небольшую проблему. Немножко поморщилась она после охлаждения. Я думаю, это по той причине, что мы вот как раз четко придерживались рецепта и налили 150 мл воды на... Что? Нет? 200 налили. А, налили 200, да? Тем более, да, налили 200 мл воды на килограмм фарша. Я думаю, стоит в эту колбасу, если 200 налили, то максимум 150, а лучше 100 воды добавлять ледяной. Больше не стоит. Ну что, друзья, разрежем, посмотрим на нашу вареную колбасу куриную. Ой, какое блаженство. Ой, блин. Она потрясающая, дорогие друзья, по запаху. Сейчас я вам покажу разрез и потом попробуем вкус. Лиза готова уже тоже дегустировать. Спрячу-ка я эту колбаску, а то Лиза, пока будет показывать разрез, продегустирует, друзья. Ну вот, посмотрите, колбаска получилась немножко пористая. Но я же говорю, я думаю, что это из-за того, что много воды, что мы добавили точно по рецепту. В остальном, как бы, ну, вкрапления сала очень однородные. Его, кстати, даже, ну, так очень плохо заметно. Ну, вот так вот сейчас видно. Ну, вот большое отверстие это от щупа, оно как бы не считается, а так немного пористое получилось. Надо еще над ней поработать, будем делать с меньшим количеством воды, ну, как бы и рецепт исправлю, естественно, на меньшее количество воды. А сейчас попробуем на вкус. Интересный вкус, реально очень интересный. Никогда не пробовал варенку. Из курицы, полностью из курицы. Ну такая. Но мне кажется, она очень диетическая. Она такая пресноватенькая. Ну как пресноватенькая, не то что пресноватая, пресный вкус, а, ну вот, правильнее будет сказать, диетическая. Именно диетическая. Из жирочка. Да. Из жирочка только сальца. Но реально очень вкусно. И вот еще проблема, плохо снимается шкурка. В общем, есть нюансы с приготовлением точно по рецепту, все-таки рецепт надо менять. Итак, что, на мой взгляд, надо изменить в этом рецепте приготовления? Естественно, я все это изменю в описании. Первое, увеличить время прожарки, чтобы образовалась более уверенная, скажем, обжаренная шкурочка натуральная у колбаски. И второе, наверное, все-таки максимум на килограмм фарша 100 мл ледяной воды, не больше. Потому что куриный фарш, он немножко другой, по-другому ведет. Но вот мы делали точно по рецепту, мы делали точно по рецепту, который описан в книге Конникова 1936 года. И получился такой, ну, как бы, нельзя сказать, колбаса вкусная. Колбаса вкусная, на правильной консистенции, но вот две вещи меня совершенно не удовлетворяют. Меня не удовлетворяет то, что она пористая. Я виню в этом большое количество воды для куриного фарша. И то, что температура, не температура, а время обжарки достаточно маленькое, я бы сделал бы его больше. То есть, ну, вот такой вот результат, друзья. Ну, собственно говоря, наверное, это видео будет у нас такое, как бы, ознакомительное, а через некоторое время мы приготовим еще одну колбасу и снимем еще одно видео с учетом исправления этих ошибок. Но, в принципе, если вы будете с учетом исправления этих ошибок готовить, то результат, я думаю, будет замечательный. Сама по себе колбаса очень вкусная, реально она очень ароматная. Ну и вот у меня складывается такое впечатление, что, ну, что я куриную грудину, ну, хотя мы же и делали из куриных грудинок, чего тут удивительного. Вот такое впечатление, как будто кушаешь нежнейшую вообще куриную грудинку, сало вообще не чувствуется, но, ну, классная колбаса, реально классная. Вот куриная я даже не ожидал, я думал, что получится что-то сухое такое, ну вот, какие-то ожидания у меня были странные, но получилось зачетно, ну, за исключением двух нюансов, как я уже сказал. Итак, друзья, надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!